Тюменская область воспринимается именно как кладовая России, и здесь, с одной стороны, это, конечно, экономические показатели. Большую часть углеводородов, нефти и газа добывают именно в Тюменской области, и это основа российской экономики, но, с другой стороны, это еще и большая кладовая, можно сказать, природных особенностей, и в этом плане, наверное, Тюменская область еще должна раскрыться. Будем надеяться, что такой промышленный кластер добавится еще и определенным внутренним туризмом, в том числе промышленным туризмом. И в этом плане, конечно, Тюменская область уникальна. Она является, опять же, экономическим хребтом России и крайне живописным местом.